Мы едем по улице Рок-Пайк, одноименной улице Ленина в наших регионах, центральная улица. Здесь даже есть какие-то высотные здания, но все это одноэтажное, двухэтажное строение, типичное, одинаковое, ничем не примечательное. Вот это у нас элитные здания. Здесь очень дорогие. И обслуживание очень дорогое. Слева стоит такая страшная хрущевка. Нет возможности ее заснять. Ну и слава богу. Она портит вид всего города. Так. Мы едем на плазу. Аксессуары для катания на велосипеде, потому что я купила себе велосипед, и он у меня так стоит уже 3 недели. Мне нужен шлем